Цены на аренду качественных квартир по сравнению с зимой выросли примерно на 5%, свидетельствуют обобщенные данные оператора недвижимости Rent in Riga. Спрос на арендные квартиры по-прежнему высок, а предложения недостаточно. Качественную квартиру можно сдать быстро, если цены соответствуют средним рыночным. Такая тенденция наблюдается во всех ценовых амплитудах, начиная со 150-200 латов в месяц и заканчивая 1500 лат. Самые востребованные районы для аренды квартир – центр Риги и ближняя Пардаугава. Среди новых проектов наибольший интерес проявляется к Зедондарза Майес, Томсона Террасы, Панорама Плаза и зданиям на улице Мера 61. Средняя стоимость аренды частных домов весной увеличилась на 20%. На рынке аренды домов предложение также уменьшилось, поскольку многие владельцы решили продать, а не сдавать свои дома. Таким образом, найти для арендаторов подходящий дом стало труднее. В Юрмале в сегменте аренды квартиры домов наибольшая активность наблюдалась в марте и в апреле. В конце мая в предложении стали появляться все новые и новые дома. Это свидетельствует о том, что хозяева держат дома до последнего в надежде получить более высокую арендную плату, если дом будет сдан по возможности ближе к курортному сезону. По прогнозам члена правления Rent in Riga Яниса Липши, как в Риге, так и в Юрмале, спрос на аренду квартир и домов останется высоким. Предложение может измениться с такой точки зрения, что дочерние предприятия банков выносят на рынок аренды новые объекты, однако не думаю, что число их будет очень велико, и это приведет к большим изменениям. На рынке аренды существенного увеличения цен весной по сравнению с зимой не произошло, так как потенциальные арендаторы не готовы платить больше. Однако по сравнению с весенним сезоном 2010 года средняя стоимость аренды квартир в Риге выросла на 14,5%.